get to sit with you. Jesus Christ. Ah, 1 hour. No. 1 hour and a half. Sure. Should? No. Because of... Братья и сестры, мы просим вас извинить за то, что мы задержались на этом, пока разобрались с нашими братьями из Финляндии. Но нету переводчика, и они участвовать в служении не будут. Вот. А мы будем начинать наше служение. Помолимся Господу. Владыка Господь, мы благодарим и славим Тебя сердечно за то, что любовь Твоя к нам по-прежнему велика, за то, что Ты благословил нас, Господи, и явил милость к нам, и мы сегодня находимся в Доме Твоем и созерцаем красоту Твою, Господь. И благодарим Тебя за то, что Ты даровал нас, нам сегодня так много гостей, Господь, из Америки, Господь, из Финляндии, Господи, и собрал нас, как птица птенцов собирает под крылья свои. Мы говорим, Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое и царство, и сила, и слава во веки веков. Аминь. Братья и сестры, Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес из мертвых, смерть ее смерть побрал, и сущего гроба всем жизнь даровал. Христос воскрес из мертвых, смерть номер молодежных сборников. Пожалуйста, поем.